Пятиклассница Харисхана Амосова, спасшая этим летом тонущего 6-летнего мальчика, отправилась в Москву. Завтра в Совете Федерации пройдет чествование детей-подростков, которые совершили героические поступки и спасли жизни людей. В столицу страны приглашены 16 ребят со всей России. Наш корреспондент встретился с отважной якутянкой перед вылетом в столицу страны. Харисхана. Ее имя у всех на устах. Маленькая, на первый взгляд, ничем не примечательная девочка в один миг стала героем. 29 июля она увидела, что в речке тонет 6-летний мальчик. Не раздумывая, Харисхана бросилась в холодную воду. Мальчик не умел плавать, цеплялся за шею своей спасательницы. А она, как оказалось, в прямом смысле рисковала своей жизнью. Плавать хорошо 11-летняя девочка тоже не умеет. Но Харисхане все же удалось вытащить мальчика из воды и позвать на помощь. Я себя не считаю героиней, потому что если твой друг или знакомый попал в беду, ты обязан ему помочь. Ведь друг – это связующий, это дорогой тебе человек. И я думаю, что все бы поступили так. А родные меня считают героиней и очень молодцом. И очень-очень гордятся мной. За личное мужество Харисхана получила приглашение в Москву на мероприятие «Дети-герои». В канун вылета с девочкой встретился министр внутренних дел республики Владимир Прокопенко. С напутственными словами он передал Харисхане и ее бабушке билеты в столицу страны. В наших школах и в семьях воспитывают правильно детей, потому что проявив такие качества на деле и не дрогнув перед природой или перед другими трудностями, дети делают мужественные поступки, порой которые могут и позавидовать взрослые. И по нашей республике это очень часто встречается. Воспитание лучших качеств, проявленных детьми, совершившими героический поступок, не последнюю роль играет семья и школа. Учителя очень хорошие, даже меня они учили, наши учителя, да. И вот ее даже учат сейчас в данное время. И, конечно, воспитание от школы, да, и школа, и семья тоже как бы все равно второстепенную роль играет. И мы гордимся нашей внучкой. Маленькая героиня сегодня утром вылетела с бабушкой в Москву. И этот случай, когда дети показывают мужество и отвагу, в Якутии не единственный. На днях стало известно еще об одном герое. В селе Верхневилюйск восьмиклассник Аян Прокопьев спас провалившегося под лед взрослого человека. Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.